День у волейболисток получился насыщенным. Утром необычная фотосессия в камерном театре. Потом открытая тренировка и, наконец, общение с болельщиками. Это было не первое свидание. Еще в начале сентября команда уже предстала перед своими поклонниками в матчах Кубка Победы. То есть в деле, а точнее в игре, команду уже видели. Смогли оценить и способности болельщиков-волейболистки, которые пополнили ряды северянки в межсезонье. Например, Наталья Шершакова. Я заметила эту разницу еще когда приезжала с другой команды сюда играть. Соперниками мы были. И было очень сложно играть в таком зале при такой безумной поддержке трибун, потому что это давит. Все равно ответственность больше. И уже были игры, когда здесь Кубка Победы. Очень все понравилось. Болельщики дружные, молодцы, поддерживают в любой ситуации. Болеть в Череповце на волейболе действительно умеют и готовы поддерживать команду в других городах. Практика поездок на гостевые матчи в новом сезоне при содействии клуба продолжится. А еще болельщики требовательные. Они хотят видеть классную игру и высокие результаты. И команда сделает все возможное, чтобы этим ожиданиям соответствовать. Как и в прошлом году, я много говорил, надо будем отталкиваться именно от своей игры. Потому что уже получается третий год, не так много людей меняется. Единственное, что немножко больше молодежи еще в этом году, которая, в принципе, уже знает наши требования, нашу систему, нашу тактику. Здесь в этом моменте проще, чем большой отряд, когда новобранцев приходит в команду. Здесь все по-новой надо выстраивать. Тут команда достаточно слаженная. В этом году в чемпионате высшей лиги участвуют 8 команд. Только победитель турнира получит право на следующий год выступать в Суперлиге. Северянке предстоит защита своего чемпионского титула, завоеванного в минувшем сезоне. Первые матчи состоятся в Череповце 28-29 октября. Соперник – Олимп из Новосибирской области. Владимир Сентябрев, Сергей Павлов, Новости.